Строительство станции метро «Театральная» ведется в двух локациях. В районе перекрестка улиц Новосадовой и Полевой и у площади имени Куйбышева. Одной из тем сегодняшнего совещания, которое провел первый заместитель главы Самары Владимир Василенко, стали работы в первую неделю мая. Речь шла и о коллекторе, построенном в начале прошлого века на средства купца фон Вакана, и применяемых материалах. Двухкомпонентная смола. Минимизируем влияние на него от будущей проходки за счет укрепления грунтового массива вокруг. Там же начнут устанавливать камеры видеонаблюдения для мониторинга коллектора во время работ. На это потребуется несколько дней. В районе перекрестка улиц Вилоновской и Галактионовской необходимо завершить переустройство инженерных коммуникаций. Врезка по водоводу она будет. Это только одна позиция. По остальным сетям пока поставили на паузу, потому что в рамках прохождения рассмотрения проектирования, те куски проекта, которые получили экспертизу, они работают, а те, которые сегодня в данной ситуации рассматривается вопрос о целесообразности и надо ли все сети, которые на сегодняшний день вначале попадали в зону, будем говорить, строительства метро, переустраивать или не надо. Вот это будет известно тоже в мае месяце. Со 2 по 6 мая со стройплощадки будут вывозить грунт. В таком же графике работы по горизонтально-наклонному бурению. Все, что связано с инженерией, не будет мешать проведению праздничных мероприятий. Работы приостановят 1 мая. На перекрестке улиц Полевой и Новосадовой работы будут вестись в штатном порядке. Завершены работы по фундаментной плите, полностью крепление котлована с разработкой. Сейчас продолжается работа по подготовки непосредственного места под монтаж ТПМК в связи с тем, что это вызвано необходимостью затолкивать хвост ТПМК в существующую камеру съездов. В ближайшее время из Москвы прибудет автокран для начала сборки второго тоннеля-проходчика в районе Полевой. На совещании стало известно, что после 9 мая рассмотрят вопрос о закрытии участка улицы Самарской. Это связано с устройством котлована для предстоящей проходки. Светлана Тимофеева, Сергей Баскин. События.